Здравствуйте. В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время», рассказывающая об основных событиях в городе и районе. В студии Юлия Беспалько. И сегодня в выпуске. Дом на болоте. Беда не пришла одна в бывший жилфонд Дома художников. Жизнь не как в санатории. Бывший военный городок оброс проблемами, которые только начинают решать. От общества ждут советов. Городская администрация решила опереться на мнение людей. Ад в коммунальном обличье. Игроки показали на солнечногорской сцене Сартра по-русски. И теперь подробности. Жильцы дома номер 4 по Тимоновскому шоссе терпят бедствие. После таяния снега прилегающую к дому территорию затопило. Это повлекло за собой целый ряд проблем. Репортаж Юлии Унрау и Дмитрия Маракасова. В доме номер 4 по Тимоновскому шоссе всегда было много проблем. То холодная вода отсутствовала по полгода, то крыша текла. Главной напастью последних нескольких лет стало затопление прилегающей к дому территории. Болото перед домом постоянно увеличивается, а уходить в воде некуда. Позапрошлом году, в 2011 году, КАМАЗ с песком перевернулся вот в данную канаву и засыпал. Здесь проходят 4 трубы. И после этого, значит, постоянно нас затапливают. Трубы были, чистые, когда трубы. Они были чистые, они были нормально. Оголенные. Вода проходила, как горная речка бурлила здесь постоянно. А сейчас ее там не видать, что она здесь и сейчас лет 6. У многих жильцов дома здесь построены сараи, гаражи, погреба. Из-за затопления территории все это теперь пришло в негодность. Сараи строили, люди, было все сухо, все чисто было. Здесь сажали, огороды были, все залито. И в этом году опять навряд ли что будет. Когда это сойдет, неизвестно. По словам людей, с тех пор, как перед домом образовалось болото, качество водопроводной воды существенно ухудшилось. Местные жители уверены, грязная вода попадает в систему холодного водоснабжения дома. Об этом свидетельствуют и результаты, проведенные Роспотребнадзором экспертизы. Отобранной питьевой воды из разводящей сети холодного водоснабжения не соответствует гигиеническим требованиям, нормативным, физико-химическим и микробиологическим показателям. И также есть анализы, которые вообще стоит штамп. Вода не соответствует СанПи, питьевая вода, гигиенические требования в качестве воды централизованных систем питьевого водоснабжения и контроля. Жильцы дома говорят, что неоднократно обращались и в городскую, и в районную администрации. Но пока безрезультатно. Прояснить ситуацию попытались и мы. Завтра, я говорю, что завтра дадим туда экскаватор. Я уже договорился с Жарковым. Понимаешь, мы подогнали Беларусь, что не хватает. Ну там мало его, как клешни. На завтра я выведу туда этот большой экскаватор. При них покопаю еще. Какая зима была, сколько было снегу в этом году. Куда эта вся вода бьет? Ну, естественно, она там собралась. По словам Сергея Афиногентова, прочистка труб – лишь временный вариант решения проблемы. В идеале необходимо разобрать дорогу и проложить трубы большего диаметра. Но средств на это пока нет. Вопрос улучшения качества водоснабжения, по его словам, также в процессе решения. А мы будем следить за развитием ситуации. Дом номер 4 по Тимоновскому шоссе ранее относился к Дому отдыха и творчества художников «Сенеж». В ведении муниципалитета он был передан вместе со многими своими проблемами, которые не решены до сих пор. Аналогичная ситуация наблюдается во многих бывших военных городках. После передачи их полностью или частично на баланс администрации поселений, бремя расходов на приведение в порядок бывшего ведомственного жилого фонда инфраструктуры легло на местные бюджеты. Каковы предварительные результаты этой работы в поселке санатория ВМФ, выясняла наша съемочная группа. В поселке санатория ВМФ насчитывается не более полутора десятков домов. Работает один сетевой магазин, несколько торговых палаток. Есть детский сад. Недавно здесь было проведено электроосвещение на главной дороге и во дворах. Фонари у нас хорошие поставили. Фонари хорошие. Сейчас везде светло, особенно вот зимой. Включают, все освещается, фонари прекрасные. Однако проблемы еще остались. Например, дороги, не знавшие капитального ремонта с советских времен. Ежегодно их латают, но ситуация оставляет желать лучшего. Тем более, что с каждым годом автомобилей в поселке становится все больше. Я вот живу здесь уже сколько? 28 лет мы живем, и 28 лет вот такие дороги у нас. Вот, а до нас я не знаю, конечно, как тут было. Но когда, конечно, мы сюда приехали в 84-м году, здесь намного было
все цивильнее. Дороги плохие, денег не выделяют, вот 1000 лет уже вот так все врытвено. Дороги там просто безобразные, там не просто на машине проехать невозможно, там пешком пройти невозможно. Ремонт дорог, как обычно, упирается в финансы, вернее, в их отсутствие. 25 апреля в эфире программы «Важная тема» Александр Талданов сообщил, что жителям микрорайона недолго осталось ждать хороших дорог. Мы уже изыскали возможности, сделаем там тротуар и дорогу. Но и это еще не все проблемы, с которыми приходится сталкиваться жителям поселка. Пожалуйста, посадите, чтобы у нас через Карпа была нормальная дорога. Вот. Теперь, значит, нет у нас аптеки, нет у нас почты. Потому что людей много очень пожилых живет в поселке, и не каждый может поехать в город Солнечногорск. Нет у нас киоска «Союзпечать». Вот еще бы Хмельницкую свалку бы закрыли, это было бы очень хорошо, потому что она уже по документам не существует. Вот. И каждый день спускают газ, метан в разное время, от которого мы просто задыхаемся. Меня не устраивает наш подъезд. У нас и грязно там, и ремонт 100 лет не делался. Я не знаю, от кого это зависит. Я думаю, что управляющая компания наша дремлет. Изменения к лучшему в поселке будут происходить, заверили нас в администрации города. Так, в ближайшее время в санатории ВМФ планируется открыть почтовое отделение. Сейчас самый такой у них сложный вопрос – это аптечный пункт там открыть нужно. Вот если вот эти мы выполним к концу года все эти мероприятия, хочу вам сказать, что можно туда заезжать спокойно. Все проблемы будут решены, заверил нас глава города. Постепенно, по словам Александра Талданова, будут приводиться в порядок и другие бывшие военные городки. А в благоустройстве городка Тимоново жителям остается надеяться только на собственные силы. Такой вывод был сделан на 8-й конференции Межрегиональной общественной организации «Ветераны ракетно-космической обороны». Она состоялась 19 апреля в Тимоновском доме культуры. Тема конференции – повышение роли ветеранских организаций в жизни военных городков. Не дожидаясь и уже не веря в активность муниципалитетов и Министерства обороны, от которых зависит решение многих проблем городков, ветераны, прожившие в них всю жизнь, готовы взять инициативу в свои руки, при этом не упуская из-под контроля действия властей. Подробности в материале Юлии Речет и Дмитрия Маракасова. То, что конференция на тему повышения роли ветеранских организаций в жизни военных городков прошла именно в Тимоново, можно считать символичным. Ситуация в городке в полной мере отражает проблемы многих ему подобных, и его ветеранские организации активно ищут пути выхода из кризиса. Поделиться опытом и, объединившись, выработать общее решение по улучшению жизни военных городков – задача конференции. Создалась ситуация, когда состояние военных городков, оно постоянно ухудшалось, и уже в течение, ну, по крайней мере, 5-6 лет проблем много, и не участвовать в этом наша организация не может. А продвижение в решении одной из главных проблем, являющейся корнем многих других – передача военных городков и объектов недвижимости Министерства обороны в муниципальную собственность, доложили обе стороны. Передача в этом году запланирована 143 военных городка. Но это не только по Московской области, но основная масса – это по Московской области. И 1386 объектов. С января этого года, значит, в последнем приказе передачи военных городков включено всего лишь 2 военных городка. При таких темпах ждать больших изменений в ближайшее время не приходится. Свои предложения по ускорению процесса передачи военных городков муниципалитету представила администрация Солнечногорского района. Мы уже выходили из инициативы, что администрация готова за свой счет провести, за счет бюджетных частично или вне бюджетных средств. Сейчас пилотный проект мы разговариваем по Тимону, принимать тесно работы. Уже документы подготовлены и механизмы так будем отрабатывать. Также и другим городкам. В решении конференции одним из пунктов значится создание общественных групп по контролю за передачей военных городков и их недвижимости в собственность муниципалитетов. Решено также обратиться в областное правительство с предложением о создании в бывших военных городках постоянных органов муниципальной власти, а также продолжить работу по социальной защите и адаптации граждан, уволенных с военной службы, придавая особое значение соблюдению прав человека.
Пресс-служба районной администрации распространила обращение главы района Юрия Панкратова к жителям с просьбой принять участие в субботниках по очистке территории от мусора, скопившегося за зиму. По данным районной администрации, первый субботник в Солнечногорье прошел 20 апреля. В нем участвовали трудовые коллективы, предприятия, учреждения, организации и простые жители. На 27 апреля намечен очередной общерайонный субботник. Руководство районной администрации предлагает жителям вместе сообща навести порядок во дворах, подъездах, на территориях предприятий, учреждений и организаций и таким образом достойно подготовиться к встрече Дня Победы. Районной власти вторит городская. 27 апреля в 9 часов утра будет проводиться субботник очередной. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего города проявить активную жизненную позицию, выйти в этот день и вместе с нами организовать уборку территории нашего красивого города. Поддержат ли солнечногорцы обращение властей, нужны ли субботники и готовы ли горожане посвятить бесплатному труду свой выходной? Мы выясняли это сегодня на улицах города. Я думаю, что должен весь народ выйти на субботник, потому что в городе ужасно грязно, везде бутылки, с колясками не пройти просто. В парке вообще не пойми, чего делается. Я думаю, что субботник нужен в каждом доме и вокруг, чтобы стало было чище. Мы ничего не можем, к сожалению, сделать, потому что люди сорят и не уважают друг друга. Я выйду, я уберу возле себя. То есть это возле своего подъезда, а если каждый так сделает, и в городе чисто будет. Хотелось бы сказать, дорогие жители Солнечногорска, давайте не будем свинячить. Ведь за собой же и убираем всю вот эту вот грязь, которая появляется весной. Во-первых, первое дело и жильцов, и всех желающих, и это не принудительно, добровольно. Ну, конечно, нужно, потому что это чистота, это экология, это обязательно нужно. А сами вы пойдете? Конечно, пойду. Город нужно после осенне-зимнего периода очищать и приводить его в порядок. Надеемся, что опрошенные солнечногорцы выразили общее мнение жителей города. Сделаем так, чтобы завтра Солнечногорск преобразился, и нам с вами осталось лишь поддерживать чистоту и порядок на его улицах. Субботник будет и у сотрудников ГИБДД, только бороться они на улицах будут не с мусором, а с пьяными водителями. С 22:00 часов 26 апреля до 2 часов 27 апреля этого года в Солнечногорском районе будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цель – массовая проверка водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. По данным Госавтоинспекции Солнечногорского района, в мероприятии будет задействовано максимально количество личного состава местного отделения ГИБДД. И к другим новостям. Общественные инициативы решили поддержать в администрации городского поселения Солнечногорск. Там объявили о формировании общественного совета. Как сказано на официальном сайте городской администрации, общественный совет создается с целью решения важных задач экономического, социального и культурного развития города. Продолжение темы у Ольги Ратниковой. По словам главы Солнечногорска Александра Талданова, общественные советы создаются во многих городских поселениях страны. По мнению мэра, общественный совет позволит солнечногорской общественности активно участвовать в местном самоуправлении. Основания очень простые. Я бы хотел, вообще-то эта инициатива исходит от активной части нашего населения, от общественности. Неоднократно ко мне по этому вопросу приходили. Вот. И такая форма, как общественный совет при главе города, он есть и в других муниципальных образованиях. Задачи у общественного совета такие – выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, привлекать к своей работе независимых специалистов и экспертов, получать информацию о действии органов власти и должностных лиц, изучать общественное мнение. Это независимая, самоуправляемая организация, некоммерческая, которая состоит из 15-20 человек с правом голоса, со статусом, и подбирает себе подобных по направлениям. Экология, ЖКХ, отдел потребительского рынка, архитектура,
СМИ. По словам Александра Талданова, главная задача общественного совета – участвовать в жизни города, знать, что делает власть, контролировать и принимать участие в решении проблем на раннем этапе их зарождения. Я бы хотел, чтобы общественный совет проникся, да, вот полностью во все направления деятельности, чтобы он изнутри и здесь, и изнутри в обществе нашего города владел информацией, чтобы ничего здесь не забалтывалось, чтобы ни один кусок земли не уходил в никуда, чтобы люди участвовали в этой работе. Главе города уже поступили предложения по нескольким кандидатурам в общественный совет. В администрации ждут и других кандидатов в новую общественную организацию. Желающие могут прийти и заполнить соответствующую анкету. Вы приходите, мы начинаем с вами разговаривать. Я бы хотел спросить у вас, откуда вы, кто вы, для себя, где вы работали, чем вы занимались, почему такая у вас активность. Понимаете, я бы хотел, чтобы мотивация была не корыстная. А как относится к инициативе создания общественного совета горожане? Очень положительно. Потому что я думаю, что ему будет помощь со всех сторон. И мы против этого. Почему? А почему? Зачем? А чтобы его опять оставить, мы не хотим. Я считаю, что это бесполезно совершенно. Почему? Ну, потому что у нас ничего не делается для людей. Естественно, нужен. Будет ли он действовать? Будет ли он эффективен? Да, да, будет ли эффективен. А так-то совет такой нужен. И прислушается ли к нему наш глава? Конечно, нужен. Чтобы каждый житель должен участвовать в судьбе своего города. Приходить решать какие-то вопросы, я не знаю, там предложения. А не просто так, кто там захотели, администрации, то и творят. Действенность общественного совета во многом будет зависеть от его состава и полномочий. Станет ли он реальным подспорьем жителям в решении их проблем, покажет время. В понедельник, 29 апреля, в 11 часов дня в здании районной администрации состоятся публичные слушания по проекту планировки территории для размещения предприятия по производству декоративного бумажно-слоистого пластика. Речь идет о заводе «Лемарк». Он расположен в городской промзоне на площадях, в прошлом принадлежавших компании «БАМО». На данный момент в открытом доступе нет полной информации о технологии производства, присвоенном предприятию классу опасности и установленной санитарно-защитной зоне. Однако местные жители опасаются, что в промзоне будет работать очередное опасное химпроизводство. Напомним, в этом же промышленном секторе в сотнях метров от микрорайонов города работают два предприятия, против которых активно выступают солнечногорцы. Завод новых полимеров «Сениш» и завод по переработке пластмасс «Пларус». Итак, публичные слушания по проекту планировки территории для размещения очередного предприятия в городской промзоне завода по производству декоративного бумажно-слоистого пластика состоятся в здании районной администрации в понедельник, 29 апреля в 11 часов дня. И к другим новостям. Маша Чекменева, которой наши зрители помогают собрать деньги на лечение от опухоли Вильмса, не так давно вернулась домой из клиники. Об этом нам рассказала ее мама Ирина. Встретиться лично с Машей пока нельзя, потому что доктора запрещают ей контактировать с окружающими. В начале апреля девочки сделали срочную операцию, во время которой удалили опухоль и почку. Сейчас из истории Машиной болезни делаются выписки и переводятся на английский язык. Затем они будут отосланы в клиники Германии, США и Швейцарии, которые могут провести курс протонотерапии. Это уникальный метод лечения онкологических заболеваний, который увеличивает шансы на выздоровление, снижает побочные эффекты и риск образования вторичной опухоли. Семья девочки благодарит всех, кто оказал ей помощь в сложное время. Как признается мама Маши, без этого семья не могла бы обойтись. Сбор средств для реабилитации Маши Чекменевой продолжается. В рекламных блоках нашего телеканала можно увидеть номер соответствующего банковского счета. Деньги также можно приносить в нашу редакцию, расположенную по адресу улица Красная, 121А, офисная пристройка, второй этаж. Ну и к другим новостям. «За закрытой дверью» – так называется спектакль Московского театра «Игроки», показанный 21 апреля в ДК «Выстрел». Солнечногорцы могли насладиться игрой любимых актеров в известной постановке, которая уже 15 лет не сходит со сцен российских и зарубежных театров. Среди зрителей спектакля были и наши корреспонденты. Почему-то как-то название, да, этого спектакля говорит о том, что хочется уже наяву узнать. Всегда, когда идешь куда-то, готовишься, да? Здесь как-то вот какая-то изюминка, загадка.
Так что будем, да, надеяться на то, что это название оправдает наши ожидания. Сейчас все узнаем на сцене, посмотрим. Интрига, да, да, даже интереснее. Ну, посмотрим, увидим, решим, что там. Мне кажется, если эти артисты, то это будет великолепно. Простая комната, три дивана и бронзовая статуэтка. И кто из зрителей, незнакомых с этой пьесой, основоположника французского экзистенциализма Сартра, догадается, что именно так в трактовке автора выглядит самое мрачное место, и даже не на земле. Здесь нет физических ощущений, значит, нет физических мук, да? И все-таки мы в аду. И уже никто не придет, никто не хватает только палача. А палач – это... Однако даже ад, место действия пьесы, оживляется и становится далеко не самым мрачным, когда играют всеми любимые популярные актеры. Из четырех задействованных в спектакле исполнителей две звезды. Андрей Соколов в роли писателя-пацифиста Гарсена и Ирина Алферова, капризная аристократка Эстель. Дерзкую, колкую на язык лесбиянку Инесс играет Елена Медведева. Давайте договаривайте. Почему нас поселили вместе? А я не знаю. Так надо знать. Ну, если бы только мы имели смелость сознаться. В чем? Эстель, а что вы сделали? Почему вы оказались здесь? Каждый из героев знает, за что он оказался здесь, но поначалу пытается скрыть правду о себе и выведать ее у других. Очень скоро они начинают понимать, что адские мучения как раз и заключаются в этой взаимной лжи, но не могут ни уйти друг от друга, ни убить друг друга, так как уже мертвы. Эта пытка ближним будет длиться вечно. Ты проклята, ангелочек, ты не проклята, ты великий герой! В нетривиальной постановке режиссера Рудольфа Саркисова переплетается фарс и трагедия, лирика и ироничный юмор. Сартр по-русски, как определил для себя жанр постановки «Театр игроки», теряет последний налет мистики и философской серьезности. Декадентский ад в глазах нашего зрителя обретает знакомые черты советской коммуналки. А зрительская любовь, готовая последовать за любимыми артистами и на дно преисподней, избавляет спектакль от последнего налета инфернальности. Ирина Алферова, Андрея Соколова. Мы их очень любим, выросли, смотря их замечательные, да, работы. Поэтому очень хотелось посмотреть их живьем. Что бы они ни играли, пусть даже они читали бы стихи, мы бы все равно пришли. И каким бы страшным или курьезным ни предстал ад в постановке театра, цветы, принесенные зрителями любимым актерам, всегда напоминают о рае и дарят надежду на новую встречу. И это все на сегодня. С материалами выпуска можно ознакомиться на интернет-сайте www.solntv.ru. Телефон нашей редакции 64 65 95. Звоните. Программа «Наше время» выходит в эфир по средам и пятницам в 19:30, с повтором в четверг в 8 и в 14:00 и в субботу в 8:00. Кроме этого, в субботу в 19:30, в воскресенье в 9:30, в понедельник в 8 и 14:00 в эфире выпуск «Наше время. Итоги». А вас впереди еще ждет прогноз погоды. Я на этом прощаюсь с вами, желаю всего доброго и удачи в наше время.